Раз, два, три, четыре, пять. Вместе учимся считать. В зеленом чемоданчике циферка одна. А что это за циферка? Попробуй угадай. На палочку похожа, а ну-ка погляди. Она повсюду главная. Она повсюду главная. Циферка один. В зеленом чемоданчике циферка одна. А что это за циферка? Попробуй угадай. На лебедя похожа, хвост, шея, голова. Конечно, без сомнения. Конечно, без сомнения. Это цифра два. Вместе учимся считать. В зеленом чемоданчике циферка одна. А что это за циферка? Попробуй угадай. На букву С похоже, получше посмотри. Двух мнений быть не может. Двух мнений быть не может. Это цифра три. Циферка одна. А что это за циферка? Попробуй угадай. Сколько лап у льва? Сколько стен в квартире? Ответ простой, как дважды два. А сколько будет дважды два? Правильно, четыре. Вместе учимся считать. В зеленом чемоданчике циферка. А что это за циферка? Попробуй угадай. Попробуй на ладошке все пальцы сосчитать. Раз и два и три четыре. Ой, раз и два и три четыре. И, конечно, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вместе учимся считать. Давайте повторим. Циферка один, а за нею цифра два. А потом и цифра три, ее не надо звать. А за цифрой три циферка четыре. И за циферкой четыре. Ну? За циферкой четыре. Конечно, цифра пять. Три, четыре, пять. Вместе учимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Вместе учимся считать. Вместе учимся считать.